Вот, хорошо. Подъем на грудь работаем. По три раза сегодня работаем, большую работу проделываем. Да, хорошо. Алексей Ловчев разминается крюку. Саша Кибанов сейчас в неплохой форме. Не удивлюсь, если поднимет хорошие килограммы сейчас. Диме Смирнову, его тренеру, он слева не нравится. Он хочет больше веса, наверное. И на третий раз, уже четвертый подход. Неплохо, неплохо. Вот здесь и Зульфат Гараев тренируется. Пока мы просто будем снимать видео тренировок сборной. Сергей Петров. А каким-то тематическим или так конкретным видео, когда что-то хотим именно что-то обсудить, чуть попозже перейдем. Я читаю, в принципе, все комментарии к видео. Вижу, что люди просят снимать побольше сборную. Вот. И Лёшу Ловчева подснимем. Какой-то большой комплекс Сергей делает. А вот и молодой юниор перспективный 96, Артур Бабаян. Техничный, хороший спортсмен. Срим Ахметович наблюдает. Сейчас Тёму Акулову. Жора Купцов. Просят, значит, подписчики как-то подискутировать на тему возвращения Егора Климонова в сборную. Он со следующего года должен влиться. Я с ним разговаривал. Говорит, что готовится к Кубку России. Вот. Тоже комплекс это делает. Жора Купцов. Естественно, я думаю, когда на помост выйдет Егор Климонов, основными соперниками станет, конечно, Купцов и, наверное, молодой Витя Кондратьев, от которого тоже ждем результатов. 65-202 он поднял на Европе. Тёма Акулов. Тоже думаю, 60-200 может поднять на Кубке. Рома Чепик. Как легко встает. Тоже со своим тренером. Ну и один из лидеров своей весовой категории, да и сборной, Зульфат Гараев, только что выиграл молодежную Европу. Хорошо выступал по юниорам, по молодежи. Я думаю, тоже хороший результат должен в Ташкенте показать. Алексей Ловчев ровненько очень тренируется. Всегда очень взрывное движение. Очень скоростное. И, в принципе, он к этому движению своему привык. Отрабатывает его и эффективно использует. Леша Ловчев 170. Ибрагим советует сразу что-то там по движению. Только ногами. Чувствуй скок. Чувствуй скок. Чувствуй скок.
180. Алексей. Поближе, Алексей. И вот там, по-моему, еще Леша еще один подход хочет сделать в рывке. Жорик, вопрос тебе, как лидеру сборной в категории 96, уже многократному чемпиону России. Скоро возвращается Егор Климонов. И в связи с этим, какие результаты планируешь на Кубке России, соответственно, в следующем году? На какие результаты планируешь выйти, чтобы остаться, значит, чемпионом? Подписчики интересуются. Результата я еще не планировал. Ну, как думаешь, примерно? Даже примерно не думаю, потому что сейчас тяжело говорить. Так как у нас в октябре будет старт, и через месяц уже Кубок России. Поэтому будем отталкиваться от выступления на чемпионате мира. Нужно будет донести форму на Кубок России. Ну а вообще планирую результат где-то на 1 килограмм больше Климонова. Все понятно. Если он вторым, конечно, станет, тогда на 1 килограмм больше. Отлично.